любого предприятия создание эффективной модели управления невозможно без систематизации производственных процессов, оценки потерь и издержек, снижения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности. Иными словами, аудит собственных возможностей – один из механизмов успешного развития современной компании. По сути, на это и направлен национальный проект «Производительность труда». На самом деле мы эту тему много лет изучали до того, как попали в проект, и мы хотели двигаться сами, не зная, что в области этот проект получит развитие. У нас в планах каждый год прирастать по 30% по обороту и по выпуску продукции. На эти операции требуются дополнительные люди. В Новосибирской области проект стартовал в 2019 году. Сегодня его участниками стали более 40 предприятий. К 2024 году в проект войдут уже 190 новосибирских компаний. Проект повышения производительности труда, даже не в рамках национального проекта, это вещь, которая очень заразна. И заразность ее заключается в том, что этим нужно заболеть, и это на самом деле является философией. То есть философия непрерывных улучшений, ты не можешь этим не жить, либо сделать сегодня, а потом забыть про это. Чтобы помочь участникам разобраться в технологиях бережливого производства, в регионе создан центр компетенции в сфере производительности труда. Также с компаниями работают эксперты Федерального центра компетенций. Эффект от участия в проекте заметен уже через 6 месяцев. Производительность труда как национальный проект – это четкая история про практические вещи, про инструментарий. Для нас, как для Минэкономразвития Новосибирской области, очень важно, чтобы больше появлялось компаний, которые хотят улучшить, повысить свою эффективность, собственно, чтобы наши солдаты хотели стать генералами. Задача экспертов – научить сотрудников компании находить и устранять потери. Для этого на предприятиях создается образцовый производственный поток, где эксперты бок о бок с сотрудниками предприятия совершенствуют процесс. Эталонный участок у нас вот, это участок по производству погонажа. Мы, соответственно, с коллегами из федерального и регионального центра для начала там провели полностью инвентаризацию. Но как это все работает? И разработали целый план мероприятий. Первое, мы увеличили производительность почти в 2 раза. Второе, уменьшили внутрипроизводственный брак на кашировке погонажа с 30% до 15%. После 6 месяцев работы экспертов на предприятии проект не заканчивается. В течение 3 ближайших лет федеральные и региональные эксперты консультируют предприятия по вопросам, возникающих при внедрении бережливых технологий. По завершении проекта предприятие может получить следующие результаты. Снижение времени производственного процесса в 2 раза. Повышение загрузки оборудования до 85%. Рост производительности на предприятии за 3 года на 20%. Эталонный участок мы выбирали по следующему принципу. То есть участок, который несет максимальное количество добавленной стоимости продукту и самое сложное технологически. Увеличилось количество заказов, которые мы можем выдать, сократились затраты на переналадку оборудования. И раз предложения, да, у нас, кстати, заработали очень активно. Порядка 100 предложений от рабочих на разных участках, не только на пилотном потоке, но и по всему заводу. 90% уже реализовано. Таких результатов компаниям удается достичь за счет комплексного подхода к внедрению культуры бережливого производства. Помимо помощи экспертов, участникам нацпроекта доступен целый ряд образовательных программ как для руководителей, так и для линейных работников. Друзья, я хочу вручить компании «Континент Окон» сертификат о приобретении бережливого мышления. Мы единственный, наверное, РЦК, который вручает такой сертификат. Но мы считаем, что это очень важно. Важно, что у вас, у вашей рабочей группы уже есть понимание инструментария бережливого производства. Включайтесь в национальный проект и участвуйте в предложениях по улучшению. В Новосибирской области в проекте принимают участие предприятия из различных отраслей. Все они сегодня находятся на разных фазах проекта. Но всех объединяет желание внедрять идеи бережливого производства и наращивать производственные объемы. В 2020 году в Новосибирской области открылся региональный учебный центр «Фабрика процессов».
Инновационный подход к обучению позволяет в реальном производственном процессе увидеть, как улучшения влияют на экономические и операционные показатели производства. Еще один плюс для участников компании – это возможность получения льготного займа на оптимизацию производства под 1% годовых. И вот поначалу скепсис, что вы опять там придумали, ну что вы нам можете рассказать, мы-то знаем свое производство. А когда заходят на предприятие представители федерального центра компетенции, когда начинают работать наши представители регионального центра компетенции, когда уже еще эта работа идет командой, командой от предприятий, когда команда внутри предприятия вместе срабатывается, сплачивается и начинает для своей компании показывать эффект, здесь, конечно, у всех загораются глаза и уже становится интересно. Участие в национальном проекте для компаний совершенно бесплатно. Участником проекта может стать любая компания, отвечающая следующим критериям. Выручка предприятия от 400 миллионов рублей за предыдущий год. Предприятия относятся к следующим отраслям. Сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, торговля, строительство. Доля иностранного капитала не более 50%.